Это что за истерика? А? Что, что за истерика? Ну что? А? Хулиганье. А тебе расскажи, что у тебя? К маме алкашки идешь? Это у тебя жалеет так. Фруктоедной алкашки идешь? Какая у него морда. Ты-то меня не бросишь и не выгонишь на улицу. Скоро приедет к тебе друг, он больше тебя, так что ты там это. Ничего, его пора откармливать? Нет, того пора худить. Ну почему все худеть? Они ж просятся. Они ж требуют у меня еду, теперь... Молодец, ну как ты думаешь, кто там вот ворвался? Смотрите, как он аккуратно сидит. Посмотрите, аккуратно, он даже на меня не наступает. Нюхай. Видите, такую большую собаку сверху отбирали. Калачиком. Иди, мой золотой. Иди. Аккуратно, очень аккуратно. Очень. Он так же аккуратно за жопу кусал. Аккуратно. Не, ну да, он мог грызануть так, чтобы по жопу оторвать мог. А он только почувствовал, что укусил? Огромный, честно, он страшный. Тебя страшным назвали. Маленького страшного. Ты видела? А, ты... В том плане, что если он рот откроет, очень будет страшно. А почему его Ричи не считает страшным? А Ричи обижает его, вообще нахуй. Знаешь, что он сделал один раз? Я ему дал большой кусок мяса. Изо рта торчит этот кусок мяса. Ричи подбегает, хватит кусок и пытается повисеть на нем. Ну, Кирафигел, он так трясет головой вместе с Ричиком. Там боится, чтобы Гаяне не было неудобно. Пускай ему будет неудобно. Ну, что? Нет, иди ко мне, иди сюда. Иди сюда. Мне так прикольно. Пуськина, иди сюда. Ага, сейчас. Когда тут собак такой. Пуськину зовешь. Почему он такой хороший? Я не знаю. А он думает, почему у меня такие хозяева попались хорошие? За что такое мне счастье? Представляешь, мы его отдадим. Как он будет выть? Если там будут хорошие хозяева, он будет счастлив. Если у них будет большой участок, и он будет ходить. А чего ему ходить? Он ходить не может. Ему надо сперва лапки починить, да, во-первых? Пилить, ставить пластину. Шить вот так вот. И он будет бегать? Одна будет пока срастаться, с тобой будут заниматься реабилитологи. Не надо на меня так смотреть. Я, знаешь, что посмотрел? Нашел велосипед, там спереди есть такое место огромное, как раз для нукера. Он там разляжется, и можно вот так ездить на велосипеде, и он будет вот так разглядывать все и гавкать на всех. Ха-ха-ха. Вот вы и попались. А, ты видишь, она отгоняет это, Вилли от меня. Ой, а раньше он вот так не подходил ко мне, он убегал от меня. А сейчас видишь, что ты? Сюда. Ой, давай, они сюда. Меня почему-то рады видеть. Ой, смотри, что твоя. Смотри, как он рад. Иди! Ой, посмотри, Миша, торпеда. Пошел, давай. Миша, это торпеда просто. Вот кто с персиком только дружит, да? Вот смотрите, как у него мышца трясется. Ну погладь ее. Так и так глажу. Я того, что глажу, у нее еще больше стресса. А ты персика тоже глажь, чтобы она видела, что ой, персик. Ой, и Айза. Айза на нее хочет кинуться, смотри. Нет? А, она просто интересуется. Побежал. Это который у нас дикий тут? Нет, это Васюк. Дикий в клетке сидит еще на... Нет, вот этот кто? А, это Саймон. А еще вон та Анфиса. Они очень похожи друг на друга. Не, ну это вообще девочка, посмотри. Да, она вот, видишь, Анфисочка. Глазки, ну девочка такая вот. Так он же сожрел. Он так сожрал. Ты знаешь, как он тут бегал? Еще раз! Миша хулиган! Теперь кот устал и не может так бегать. Вот смотрите, он без камеры такие выкрутасы здесь сделал. Он прям бежал. Да-да-да-да-там, да-да-там, да-да-да-да.
Он не так, да? Он похлеще бежал? Он прям бежал! Но почему ты сейчас понимаешь, а тогда нет? Они рядом. Потому что рядом можно встать. И видишь, да, что она прям девочка-девочка. Устал, да? Устал? О, мальчик-мальчик. Она прям нежная-нежная, да, мама? Такая кукла. И ушки стоят по-другому, видишь, вверх. Как у Рея. А, вот как Рея. Он устал. Доброе всем утро. Или уже день. Вот тут Алиса с персиком живет. Алиса единственная, кто дружит с персиком. Боится, чтобы я ее не гладила. Так, слышишь? Все. Вот какая противная, а? Да, если я персика буду гладить, ты его загрызешь? Загрызи, он тебя ушатает сразу. Такая у нас пугляночка. Это раз. А нет, не прикрыл. Ой, они там пайгой внутри устроили. Где наша Алиса? Алиса! Понимаешь, что он делает? Какой он громкий. А вот ты говорите, Алису показывай, да? Как у него стресс постоянно, когда ее вытаскивают. Возьми на руки. Чуть не сожрала ее. Кто? Ася. Наказанная сидит теперь. Ага, прибежала. Услышала поцелуйчики, а не ушла. Быстро, что такое? Быстро иди на место. Быстро! Вы говорите, что ее показывай почаще. У нее каждый раз стресс, когда мы ее вытаскиваем из ее норки, чтобы вам показать. Или показывайся. Мама, папа, вы где? Вилька очень ищет мам, пап. Он не такой большой, вот якобы с ростом с персика, но персик и рядом по объему не стоит, точнее Вилли. Вилли, ты молодец. Фу! Алекс! Да, она уже не прыгает на тебя. Потому что я ее не приглашала. Ой, давай. Ой, ой, кто на задних лапках любит? Кто, кто? Сори, сори, сори. Это увлекательный был аттракцион. Сори, сори, сори. Он этот в игру входит. В игру заходит, смотри. Давай, давай, как он начинает. Давай, давай, покажи, покажи. Побежали, побежали. Не, он не настроение бегать, значит. Он в настроении, надо его завести только. Ну что ты пришел? Лис... Лисенок. Лисенок. Ага. Оно так может, кстати, долго вот так вот. Смотри, он временами так долго вот так делает. Ой, ой, ой. Просит. Видишь, мешает. Давай. Ой, ой, вот ой. Вот ты какой. Прикинь, такое чудо не замечает. Ой, 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 ты что, что тебе надо? Теперь Вилька мешает, да? Да. Ой, ой, секунду, я покажу кое-что. Ух ты, что ты прыгаешь? Ой, 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 смотрите, как он умеет. Ну кто ж тебя, и кому ж повезет тебя забрать? А этот, а меня, меня, а вот тут, а меня, давай, заберите меня, 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 заберите меня, меня, заберите, заберите меня. Я такой хорошенький, заберите меня. Видите, какой я хорошенький. Да. Он, кстати, как карманная собачка. Вот так вот. Раз, поместиться и в карман. И пошел. Он просто шерсть. Она, отпусти, как... отпусти, отпусти. Повезли! Алекс, давай, он тебя любит. Конечно, я его уважу. Смотри, смотри, смотри. Что тебе надо, да? Он прыгает, его можно обучить, ты видел? Да. Его можно командам научить. Он уже такой. Уже хорошенький. А что у него шерсть стала? У него же был... шерсть как... пушистая была. Ему как нравится. Потому что собака во дворе живет. Если бы дома жил, он был бы шпиц. Алекс! А раньше он так не подходил ко мне. Вилли? Да. А после передержки решил, что ну его. А вот шерсть. А я смотрю, что он делает. А? Раньше до передержки он не подходил. Он так ходил, типа... Радалов переходил. Ой, сказал мне, внимание, мне. Сейчас,
Вилли тоже маленькая собачка комнатная. Да. Что тебе надо? Что ты ко мне пристаешь? По глазам скажи. Тоже очень ищет. Смотри, мам, папа. Давай меня глядь. Очень ищет, очень. Расскажи про его характер. Но он спокойный. Да, он после передышки стал спокойным. Да, да он взрослеет, поэтому. Они когда взрослые, они спокойны. Вот это дети, а вот он спокойный. Видал, да? Да. Укушу, укушу, Жоник. Вот он очень хочет играться, видишь? Вот с Ричиком все хотят играться. Вот у нас был, а кто у нас был, тоже все хотели играться с ним? А, Тедди тоже был. Им все собаки хотели играться. Джина! Когда нас нет, Алиса тоже с ними тусит. Да? И не боится ничего, да. Все хотят полюблюшки, поглажушки. Айза, которая больше всех любит, сидит наказанная. Ну, потому что она так любит, что она других начинает уничтожать, чтобы она ее тут обладила. Он оступился, он не хотел. Он хотел, это нет, преднамеренный он вред здоровью. И Алекс сидит, Хэллунг такой в сторонке. Да, Алекс! Что... Алекс, иди сюда. Алекс! Алекс, иди! О, теперь все можно. Понимаешь? Смотри, как они бесятся, а. Ну, бесятся, зато потом не будут. Устаются потом. И спят нормально. Каян, максимум до вот того дома. И то нет. Нет, да, далеко было. Каян, я тебе документы показал, поэтому показал 25 соток. Ну просто они больше прошли. Не больше прошли. Такие не поняли, что за ракурс, что там дает. Айза, сюда иди. Стоп. Айза, сидеть. Стоп, сидеть. Фигашек, ты за один день научил ее. Молодец. Стоп, нельзя так. Нельзя. Фоп. Меня. Лапу давай. Лапу. Лапу давай. Лапу. Вот эту. Вот эту. Молодец. Покладь. Морду ровно. Молодец. Хорошая собака. Еще раз пробуй. Стоп, сидеть. Сидеть. Ну, Кира, касса, тут тусит. Да. Я не знала. Миша не пустил сюда ночью. Он теперь ведет себя очень тихо, спокойно. Вон к Мише, а Миша.